Друзья, всем привет! Сегодня у нас 16 августа 2017 года. Вот съездила на работу, были дела определенные. Вот, но сейчас уже моя работа офлайн уже не воспринимается как основная, дающая доход, потому что проект Бизнет, он радует. И за, наверное, 9 уже месяцев работы с ноября прошлого года Бизнет на одном только пассивном доходе дал плюс 80%. Что, согласитесь, неплохой результат. И в данный момент это только начало, потому что еще не выпущен физический продукт. Есть только Форекс, торговля на криптовалютах, плюс Бизнет еще хочет запустить, и все в процессе, именно майнинговые фермы, продавать свои, которые будут майнить собственную монетку биткоин, что, согласитесь, достаточно привлекательно. Так что мой заработок растет. Депозит тоже я повышаю, я доверяю проекту. В данный момент мой депозит $2100, и я не собираюсь останавливаться. Если у вас возникли какие-то вопросы, не знаете, что такое проект Бизнет, может, хотите так же, как я, инвестировать, получать прибыль пассивную, либо работать активно, продвигать проект, помогать людям помогать деньгам людей, чтобы они зарабатывали, то обращайтесь, пишите в личку, отвечу, со всеми поговорю. Всем удачи, всем пока и профита.